Короче, видос не выходили уже 2 месяца, и я решил снять влог, как мы едем в Москву погулять, покататься на скейтах, на самокатах. Посмотрим, что из этого получится. Думали, может, купить каких-нибудь шмоток, там, как-нибудь поприкалываться. Потому что актив на канале, я думаю, падает, скорее всего, да? Если я ничего 2 месяца не укладывал, правильно? Так что поддержите этот видос. Давайте, накидайте мне мотивации снимать видосы почаще. Кстати, почему не снимаю видосы про военный вуз? Рассказываю. Когда ты только начинаешь, ни одно видео у тебя не заходит, его никто не смотрит. То есть ты выкладываешь видео, второе, третье, четвертое, пятое, а там 0 просмотров, просто оно вообще не набирает. И вот когда я выложил, ну, я выкладывал видео на разные темы, далеко не на тему армии, а просто влоги там, все такое. И так получилось, что в один прекрасный момент я решил рассказать, грубо говоря, какие-то лайфхаки, как поступить в военный вуз. И это видео залетело. Я стал заложником системы, и мне, чтобы набрать хотя бы какое-то количество подписчиков и просмотров, чтобы сформировалась минимальная хотя бы аудитория, мне пришлось снимать видео именно на эту тему, на тему военных вузов, армии и все такое. Просто многие пишут, типа, ты отчислился, ты там даже толком не проучился, и делаешь целую историю об этом на Ютубе. Ну, ребят, вы кретины или как? Вы вот не понимаете, как вообще работает вся эта система, если я буду снимать видео на тему, блин, балета или того же барберинга, которым я занимаюсь? Мне придется как бы заново искать свою аудиторию, это очень сложно, и для того, чтобы видео как бы рекомендовались людям, нужно иметь определенную базу подписчиков, которые будут смотреть твои видео и которые будут рекомендоваться другим людям. Поэтому я снимал видео на тему военных вузов, армии и всего подобного. Вообще цель моя такая, чтобы я мог снимать видео на другие интересные мне темы, и они вам нравились. Вот, допустим, сегодня попробую снять вот этот влог. Надеюсь, получится прикольно, надеюсь, смотреть это будет интересно и все такое. Короче, меня тут на канале со всякими походами в Икею, блядь. Не знаю, что в этом интересно, но мы вот пришли. Расскажите, кто по жизни и чем занимается? Я ничем не занимаюсь, я в поиске себя. Ну, за счет парня. Тут со своей мышью решили похавать, пожалеть немного. Я чуть посильнее пожалею, но чуть поменьше. Максимально тупой влог получается, Вик, я вот такое говно смотреть ненавижу. Не снимай, я тебе просто сказала, не хочешь снимать такой? Просто что-нибудь интересное рассказал бы, что ли, а? Я шучу. Я не знаю, ну что-нибудь там. Весело, пипец. А это что-то есть? Ари. Давай. Охренеть. Ради этого стоило сюда ехать. Неси пиво, будем пиво пить. Рассказывай, как ты стала такой крысой. Короче, 3,5 года назад я зачем-то согласилась идти гулять с одним идиотом. Ну и все.